Q7, пацаны. 9, по-моему, 700. Дизельная, трехлитровая. Мощная, смотри какая. А? Смотри, 9799. 10-й год, 270 тысяч проехало. Тюф еще в порядке. Можно кататься. Смотри, какой аппарат, а? Смотри, есть нюансики, конечно. Надо подразобраться, покрутиться, посмотреть. На таком лите. Ну, аппарат хороший, хороший. 4.2. Ебать, 4.2. А там было 3, или я что-то путаю. Джат, как обычно, блядь, морозит какую-то херню. Ой, заматюкался, я извиняюсь. Нет, тут трехлитровые. Что они там, шильдик 4.2 наклеили. Вот так вот. Ух ты, да? Пойдет. Давай, подойду, сейчас будете писать, говорить, а что же он там стоит? Что ты там ходил, не показал? Пацаны, 25 тысяч евро. 25 тысяч евро. Вот такая цена его.